Так, друзья, что-то у меня, в общем, это видео Ники Белоцерковской довольно сильно поднапрягло по поводу муляжей, блядь. Приду-ка в холодильнике у себя проверю, а то, может, ненароком какие-то проблемки. Так, собственно, холодильник Брынза полюбил в последнее время. Оливки зеленые, фаршированные хамоном. Сыр с голубой плесенью. Гран блю. Творожные сыры. Соус песто. Антипасти, оливки с мягким сыром. Вяленые томаты. Паста из черных оливок. Это какие-то сыры местные шариками. Какие-то паштеты, риеты, тоже не муляж. Артишоки. Сметана. Шашлычок взял на вечер. Сырок. Раньше были бою Александров, но потом он когда умер. Хороший мужик был. Остался теперь он рост агрокомплекс. Творог всякие, сыр твердый Гоя, это пармезан аргентинский. Вот. Это всякие колбасы брауншвейгская, миланская, салями, бекончик. Молоко унгурское, 10 килограммов. Масло папа, тоже есть. Костюша меня там стреляет. В общем, на мой взгляд, госпожа Белоцерковская очень сильно пропизделась. Хотя чего ожидать от человека, которому дали 9 лет за распространение фейков? Задумайтесь об этом.